дети, они изначально близки очень к природе. Мы знаем, как они все любят покопаться в грязи, там лужи, реки и так далее. Когда мы их отвлекаем на что-то городское, там сели, там сидим, читаем, пишем, ну да, они все это делают, но все равно дети изначально близки к природе. Поэтому, когда мы их вывозим на открытые пространства, да, такие как, например, Тихий океан или там, другие места совершенно красивые, да, какие-то, то, конечно, они могут познавать природу непосредственно в природе, да, находясь. Вот, и, конечно, говорить о том, как важно бережно относиться к природе, лучше тоже не в теории, а на практике, да, что мы приехали на какое-то место, поговорили и дальше сделали что-то хорошее, возможно, там убрали что-то, посмотрели, там, что мы за собой оставили, как оставили. Ну, то есть непосредственно в том месте, про что мы говорим. В прошлом году наши лагерные темы были многие посвящены именно экологии. То есть мы говорили о переработке, мы говорили и тоже пытались сделать, да, что-то, что связано с тем, что как можно вторично использовать какие-то материалы. Изначально дети к этому направлены. Другой вопрос, что они видят, вот это то, что они видят, получается, они то и повторяют. Вот если они видят, конечно, большинство идет из семей, да, правила вот этого отношения бережного к природе, но и, конечно же, когда мы здесь тоже проговариваем, когда они видят, что большинство там взяли бумажку, положили в карман или выкинули в мусор, то и так будут делать все.